Хоккейный клуб «Орлан» финишировал третьим в третьем туре чемпионата юношеской хоккейной лиги Республики Башкортостан. Тур начался с победы над туймазинским «Девоном», затем наша команда уступила учелинскому «Горняку» и выиграла уфимскую школу имени Марата Азаматова. Таким образом, в лидерах сейчас «Горняк», далее уфимцы. Проиграли всего одну игру, и получилось так, что три команды набрали одинаковое количество очков. Но здесь уже лотерея, кто больше забил между собой. В целом, ребята, получается, было наслоение. Два турнира подряд играли. Они только что приехали ДХЛ по третьему году, было у Челах, заняли второе место там ребята. И многие ребята третьего года играют за команду второго года. И получилось, что у них по 6 игр за 3 дня. Генеральный информационный партнер хоккейного клуба «Орлан» – Стерлитамакское телевидение. Медиапартнеры «Русское радио Стерлитамак», «Авторадио Стерлитамак», «Радио Энерджи» и портал cityopen.ru.